Всем привет! Сегодня мы с Миланой вам покажем обзор ранней капусты. На обзоре у нас будет два гибрида капусты, которые мы в этом году выращивали. Это вот они перед вами. И еще покажу вам сорт июньская, чтобы сравнить, какая же лучше, гибрида эти два, либо же июньская. Итак, Милан, расскажи, какую капусту мы покажем первую? Показывай Алину. Вот она. Большая. Вот смотрите, это капуста, гибрид, который называется Алина. Ну вот на фоне моей руки, и покажи, Милан, на фоне твоей руки, огромные кочаны. Они очень плотные. Попробуй, Милан, плотные они? Угу. Очень плотные. Капуста твердая. Но в то же время, она, если сделать с нее салат, она очень мягкая и вообще она хрустящая, очень хороший салат. Ну а для борща и для засолки ее можно делать, вообще супер капуста. Вот Алина, каждая, давай, Милан, пройдем вперед, смотрите, каждая вся большая, вот до единой. Ну кочаны по 2 и больше килограмм. И второй гибрид, Милан, какой у нас? Парел называется. Покажи, где он растет. Да. Такие маленькие. Ну да, вот даже Милана говорит, что парел маленький. Ну вот, смотрите. Сейчас, Милана, я тут покажу, потом к тебе пойду. Вот на фоне моей руки. Положи свою руку, покажем. Вот видите, Алина в 2 раза больше, чем парел. Вот парал, вот парал. Показывай дальше, Милан, где парал. Вот парал. Ну, это все у нас на этой стороне. Капуста парал. Ну, и тем не менее, она неплохая. По сравнению с Алиной хуже по размеру. Но кто любит небольшую такую порционную, у кого маленькая семья, смело можно выращивать парал. А у кому надо побольше капусты, сажаем Алину. И, Милан, поведи нас к июньской капусте. Мы смотрели ее там в конце помидор. Обходи. Посмотрим сейчас на июньскую. По дороге нам надо пройтись. Я расскажу, что в этом году от июньской, не в этом, а на следующий год, от июньской капусты я буду отказываться. Не буду ее выращивать, потому что она по сравнению с гибридами вообще это никакой сорт. Сейчас увидите почему. Посажена в один день, что парел, что Алина, что июньская. Проходи. Вот смотрите, но какая июньская. Маленькая. Рассказывай, какая она. Ну какая-то она маленькая. Маленькая, совсем маленькая. Посмотрите, какие головы. Ну, есть. Есть, ну. Даже сам, видите, кустик, листья, они некрасивые. Они... Ну, земля одинаковая, удобрения везде одинаковые. Но июньская вообще никакая. Поэтому я сделал вывод, надо выращивать капусту. Какую, Милан? Алину. И парел. Да. Да. Что ты скажешь, что надо сделать нашим подписчикам? На нас подписаться. Да, поставить лайк. И до новых обзоров. Всем пока.